Доброго здоровья, уважаемые посетители канала. Ну что я хочу сказать. Проекты 2021 года начинают материализоваться. Первая книга, я считаю, уникальная, потому что обзор в ней сделан всех натуропатических методик, основных натуропатических методик по лечению и профилактике онкологии, что расширяет наш кругозор на эту тему. И вот проект, который я начал в том году и который вот начал материализоваться. Я надиктовал 3 тома целительных сил. На 4-м сейчас тормознулся, но начну его надиктовывать. Но материализовалось что именно? Я сделал в конце концов первую часть целительных сил. Целительные силы, том 1, чистки организма, толстый кишечник. То есть я сделал полностью толстый кишечник, надиктованный. Это занимает 2 часа 40 минут. Только толстый кишечник. Естественно, это все выложу, потому что это вообще огромный труд. На спонсорскую подписку. И спонсоры могут просто-напросто так включили и слушать всю эту информацию. То есть уже не читать. Вдобавок, если вам захочется все-таки что-то уточнить, прочитать, одновременно идет, совпадая по листам, то есть я вот читаю, началась страница, допустим, 5-я, она началась, и вы можете смотреть текст, и потом только хоп, 6-я начинается. Начинается звук, начинается эта страница. Таким образом материализуются наши проекты, и это хорошо, и я думаю, что этот проект будет полностью завершен и выложен для спонсоров канала, которые как бы реально поддерживают канал и будут слушать. Возможно, эта аудиокнига в дальнейшем будет и продаваться. Вы можете ее приобрести. Цена небольшая, вполне приемлемая. Мне важно, чтобы люди на этом деле оздоравливались на этой уникальной информации, которая собрана, понимаете, вот лежит под ногами, но как-то никому не нужна. А когда вот она собрана, о, говорят, ой-ой-ой-ой-ой-ой, да ты ж все, что содрал, возьмите, все здесь имеется в свободном доступе и сделайте себе книгу.